Я вас приветствую, дорогие зрители. С вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alanya. Сегодня 27 июля. Я хочу показать вам цены на субботнем рынке в районе Махмутлан. Хочу информировать о том, что мы занимаемся как недвижимостью, купли-продажей, а также у нас есть услуги денежных переводов по всей Турции. Мы официально представительство «Золотой короны» в Алании в районе Махмутлар. Такие переводы, как «Риа Манай Трансфер», «Корона», «Инпей», «Трангло», «Тунес». А также принимаем рубли на наши карты, выдаем лиры по самому выгодному курсу на этом рынке. Обмен криптовалюты. Также можем помочь вам в переводе денег по всему миру. Жарко. Сейчас пойду к рынку и продолжу съемку. Кто желает продать свою недвижимость, обращайтесь. Я снимаю ролик на YouTube канал, а также делаю рассылки по всему рынку. Так что все знают о продаже вашей недвижимости. Я работаю на самую минимальную комиссию на этом рынке. Многие меня тут знают. И постараюсь или продать, или найти для вас ту квартиру, которую вы желаете. Знакомлюсь с хозяевами квартир. И вы сами можете там поторговаться насчет цены. Обращайтесь. Начнем. 50 лир виноград, сливы 60 лир, но это начало рынка, здесь подороже, помидоры 30 лир, здесь подороже в начале, фасоль 100 лир килограмм, зелень от 20 лир, огурцы 20 лир, вот настоящий виноград. Огурец 40 лир, помидор. Давайте я внутрь пройду. Вот это свеженькие яблоки 40 лир, очень вкусные. Тридцать лир большие такие яблоки, они кислые. Бунейди, это драконий огурец, что ли? Кудрет наре. Гранат. Гранат. Никогда? Ирме. Там внутри вот такие красные вот эти такие штучки. 20 лир. Тане себе килосу? Тане саби. 80 лир эверлер. О, гордюн тане. Штука 20 лир стоит. Эвет. Тане 80 лир. Семиз отун никогда? 10 лир. 10 лир. Очень полезная трава. Забыл название. 5 кукурузов 100 лир. 120 лир здесь. Но по вечерам, после 6-7 часов, цены на где-то 5-10 лир уходят куда? Вниз. Сухофрукты. От 400 лир и выше все. 500 лир миндаль. Орешки 500 лир, почищенные. 300 лир. Так, маракуйя 100 лир пакет. Но в той стороне я за 50 лир видел. Здесь просто они более свежие. 60 лир абрикос. Крупный абрикос. Вот. Это специи. Что тут у нас? 100 лир. Слива 50 лир. Баклажан 25 лир. Кабак 25 лир. Помидоры 20 лир. Ну, огурцы вы видели минимум 20 лир, но по вечеру можете и за 15 найти. Арбуз килограмм 20 лир.
Вот огурцы за 15 лир уже увидел. Болгарский перец 40 лир стандарт. Картошки 15 лир, 20 лир. 15 лир лук. Большой лук 20 лир, большие картошки 25 лир. Они вот, чтобы вы понимали, у меня рука большая. Ну тут тоже грецкий орех 500 лир килограмм. Зелень от 15 лир и выше. Морковь 30 лир, 50 лир. Свекла. Тини, вкусная. Привет. Знали меня, да? Да. Что, же здесь тебе работаю? Нет, это мой друг. Куда-нибудь хотите? Тут вкусняшки. Сто лир виноград с огорода. У нас есть пара. Сейчас я вас пойду в другую сторону рынка. Там более дешевле цены. Так, 60 лир. Вот 40 лир персик. Абрикос 50 лир. Ну, плюс-минус такие цены. Это максимальные цены на сегодня. Вечером уйдут вниз. Такой вот цветной баклажан 25 лир. Вот 70 лир у нас клубника даже. Здесь 60 лир клубника. Вот чем дальше заходите на рынок, тем дешевле. Впереди рынка подороже. 100 лир малина пакет. Красная малина. Здесь виноград уже 80 лир. Это вишня. Так. 100 лир. Бананы от 30 лир и выше. Ежевика, такие большие, 120 лир пакет. Авокадо штука 70 лир. Семородина. Не видел давно на рынке. Некогда площадь 250 лир, ама 250 лир пакет. Молочные продукты тулум от 150 лир и выше. Ну, сыры минимум по 200 лир и выше. Не буду детали, потому что некоторые цены не указаны. Не знаю, зачем. Цены, наверное, каждый час меняются. Оливки 200 лир. Оливки. Есть крупные, есть мелкие. Мясо, цены. Фарш 600 лир. Транш, вот это мясо и цена. Рост 730. Ну, чтобы сварить мясо, 500 лир килограмм. С косточками. Вот такие круглые котлетки 600 лир килограмм. Канаттарная кадараби. Канат. Канатная кадар?
240 лир килограмм крылышки. У них еще есть домашняя курица продается. Что это у них, да? Домашняя курица 210 лир килограмм. Около почты ПТТ напротив есть такой вот магазинчик, где вы можете купить настоящий мед, молочные продукты. Здравствуйте. Так, если русскоговорящий персонал есть. Сейчас хочу вас цены показать. Ну, вам посовет какой настоящий мед из них. Ну, вроде, как многие объясняют, здесь нормальный мед, проверенный. Попугай тоже есть. Так, приблизим цены. Они натуральные, да? Да, натурально. Лучше покупать, где проверено. Давала. Здесь у них сливочные масла есть, но не знаю, насколько натуральное. Я один раз покупал. Фиатарный, да? Караденец. Конья 480 лир. Конья сливочное масло 480 лир, мало соли. Тузсуз, Караденец'ин. Это Караденец, 550. Это где Черное море, вот та сторона. 550 лир. Это без соли, это с солью. Ну, мне делают мои знакомые сами. Но на данный момент август, июль-август нету молока. Коров. Так, вот такие сыры здесь. Итальянский, там, не знаю, моцарелла, все есть. Вот такой сыр, что за сыр? И с вечера швейцарский Аппензеллер. Такие вот цены. Здесь даже есть у них колбаски, сосиски, ветчина, скумбрия. Вы ставьте лайк там, не забывайте поставить лайк и написать комментарий. Потому что для вас трусь в эту жару. Вот копченые такие рыбки они продают. Потом, что у них еще есть? Квашеная капуста есть. Вот скумбрия. Вот сельдь в баночках. Вот квашеная капуста. Цены снизу вы видите. Корейская морковь. Морковь по-корейски. 65 лир. Это что такое? А, это мидии. Копченые. Так, здесь что у них есть? Баклажан. У них чудо. Вот 95 лир квашеная капуста. Баночка. Помидоры у них вкусные, вот это я покупал, тоже очень вкусно, настоящий, вот то, что ваши бабушки делали, такой вкус у них, 170 лир, большая баночка. А тут у них сосиски. Все, что еще могу показать, ну сейчас пойду покажу вам, сейчас попробую. Ага. Это лимонад. Видите, угостили лимонад. Да, настоящий. Красителей нет. Ренкля и дюйокор, да? Туал. Настоящий лимонад. Я тут очень редко могу найти настоящий лимонад. Полно варенья тут. Вот. Яблочный уксус, кто хочет. Я сейчас пойду в магазин Мигрос и покажу цены на морские продукты, а также на мясо в магазине Мигрос.
Кстати, здесь даже все травы есть, какие вам нужно видеть. Здесь фарш стоит 420 лир. Там было 600 лир. И здесь в магазине Мигрос подешевле. 470 лир. Некобурга. Так. Вот это мясо 535. Теперь скидки есть. Упали с 630 на 535. Вот. $890 ребрышки. Кому надо, приходить, покупайте Зугердан. Хвост 387 лир. Ляжка 521. Рука, вот передняя часть, 495 лир. Сердце, 435 лир. Язык 350 лир. Внутренности 150 лир. Сейчас покажу вам рыбу. Рыбка. Леврек 160 лир. Норвежский лосось 450 лир. Вот он. Чепура. Рада 260. Креветки 400. Ну, 500 лир. Ставим лайк, подписываемся на наш канал, чтобы не пропустить новые ролики. Пишем комментарии. Заранее спасибо за просмотр, за лайк и за комментарии. Пока-пока.